Так, все, сегодня мы распаковываем KitchenAid, который я получила в подарок. Посмотрим, что у нас получилось. Заказан он, напоминаю, мы купили в Костко онлайн. У них был спешл. Спешл прайс на этот KitchenAid. Вот мы можем видеть, какие здесь насадочки есть. Вот этот крюк для более густого теста, это для более жидкого теста, и это для взбивания там сливок и всякого такого крема. Так, теперь вытаскиваем. Понадобится, давай клапан еще включай сейчас пока что, наверное. Которые еще продают, тоже и для теста можно, и соковыжималка, и мясорубка, куча.